Коля, ты что, махнул не глядя? Коль, ты махнул не глядя? Да, попробуй. Барта. Да. Если Барта. На горку будешь залезать, на правую сторону. Первый раз, потому что он тяжелый. Ну, валка, я заметил, что валка. Да. Да, ребята, попробуют. Пусть на Донбассе попробуют. Что там? Все у нас нормально. Тики-пуки. Тики-пуки хорошо. Да, тики-пуки. Потеря управления. Понятно. Если ехать, смотреть назад еще и снимать при этом. Что, заклох? Ну. Сильнее. Thank you.
Слушай, а фонарь у тебя был разбит или где-то разбил? Чувак. Фонарь был разбитый? Понятия не мой. А. Лыжей зацепил правой. Вперед, и надо лыжу приподнять будет. Ага. Слушай, у него 38-я гусеница получается. А я погоняю. Тут как раз холмик. Огонь! Слушай, ну рулится классно. А у тебя стелс там выкапывал? Блин, большой угол разворота у него. Капитан как зашел, капитан его влетел. Слушай, я его быстро выкопал, но у него угол разворота, это, блин, большой очень. Я привык на Динге и СФ-ке быстро разворачиваться. Ага. Не знаю почему. А так, в принципе, есть. Ты попробуй на СФ-ке. Сейчас, на новый? Она такая, экспериментальная. А что изменилось? Не расскажешь. Секрет. Ну, как минимум видно, что новая схема. Это я вижу, да. Обдуло. Обдуло, не охлаждение. Нет, это, ну. Вентиляция. 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 А вот по ходовой. Серый, ну-ка вот новая СФ-ка, попробуй, а потом я. Ну это, грубо говоря, не новая, это. Вот здесь болото, а мы на бобровой плотине прям стоим, вот она, наверное. Не, согнали оттуда, вот она. Вот с чего я прыгал, это как? Ну что? Да нет, ну шучу, но руль очень легкий стал, реально. Что-то там какой-то демпфер, что ли, еще добавили, или что, не пойму. Гидроусилитель. Электро. Электро, не-не, руль чумовой, прям реально очень легкий. Мотор немножко по-другому работает, но тоже не понимаю, если что там может. Как-то он вообще звучит, и работает немножко. Ну, что-то
сделали? Что он сделали? Не скажете, да, вообще? Так, а Валентин, поехали потихоньку вопросы подписчиков. Давай. Первый вопрос. Вы что, сняли SF-150 с производства вообще, не выпускаете? Да почему? Она будет выпускаться на осень запланирована.